77 7879. Добро пожаловать в Дом Мой Влияния. На этой неделе мы смотрим футбольные матчи, и с нами в студии несколько лучших игроков страны, чтобы высказать свое мнение о мегабайтных матчах. И это включает в себя предварительный просмотр того, что могло бы стать лучшим футбольным симулятором Mega Drive, когда-либо предназначенным для международного футбола. Наш главный обзор – Лорд Мёрман на SNES. И Zed сталкивается лицом к лицу с самым умным роботом во Вселенной. Но, во-первых, пункт о печально заброшенной части вашей игровой системы – джойстиков и джойстиков. Джойстики существуют уже целую вечность, но джойстики относительно новые. Они были выпущены в 1985 году. Этот джойстик был началом всего этого, тот, что пришел вместе с NES. Они оба делают в основном одно и то же. Они позволяют вам управлять игрой, посылая сигналы на консоль или компьютер, которым вы управляете. Самые распространенные из них называются цифровыми, и именно так они работают. Не пытайтесь сделать это сами, потому что мы обнаружили, что если вы разберете их на части, их будет очень трудно собрать снова. Это внутренняя часть джойстика, и как вы можете видеть, здесь 4 переключателя. И когда вы двигаете джойстик влево или вправо, вверх или вниз, он активирует один из переключателей. А как насчет перемещения по диагонали? Это просто. Если вы переместите джойстик по диагонали, вы увидите, что он активирует 2 переключателя одновременно, так что компьютер знает, что нужно перемещать ваш спрайт по диагонали. Джойстики работают точно так же. Есть 4 переключателя вверх, вниз, влево и вправо. Хотя в случае джойстика нет никакой ручки для перемещения, просто большой палец перемещается по D-панели. Этот джойстик совершенно не похож на джойстик Энди. Он называется аналоговый джойстик и работает по совершенно другим принципам. Чтобы просто оставить себя в покое, я покажу вам этот джойстик, который был разобран на части. На что стоит посмотреть? Так это на эти кусочки серебристого металла. Теперь, если я буду вращать джойстиком, запомните, как они двигаются и куда они движутся. Эта пластина обычно поднимается вот так, когда джойстик собран. И если я снова опущу ее, вы увидите здесь черную металлическую полоску. И эти серебряные кусочки трутся о черную металлическую полоску и регистрируют разное напряжение. И это то, что посылает сигнал на компьютер. Звучит сложно, но в основном это работает по тем же принципам, что и регулятор громкости. Аналоговые джойстики дороже цифровых, но они действительно хороши для Flight Sim и других игр, где нужна плавность движения и точность. Конечно, для стрелялки идеальный аксессуар. Это то, из чего действительно можно стрелять. Это версия Mega Drive. Она называется The Manosa. Он работает точно так же, как пульт дистанционного управления на экране вашего телевизора. Он посылает инфракрасные лучи, которые улавливаются детектором, который вы подключаете к консоли. Возможно, вы пользовались одним из них. Вы, возможно, подумали, какая замечательная новая технология. Но нет, эти вещи существуют уже давно. Этой почти 12 лет. Она работает с Sinclair Spectrum, одним из самых первых домашних компьютеров. С ними очень весело играть, и технология действительно отличная, но я все еще не думаю, что кто-то придумал достойную игру. И, наконец, писк-писк, вот и мышка. Они обычно поставляются с компьютерами и действительно хороши для мыслительных игр. Например, таких, в которых нужно водить указателем по экрану и нажимать на различные значки. Или маленькие картинки сбоку. Теперь, если я сниму вверх, вы увидите, как это работает. На самом деле, все очень просто. Когда я перемещаю мышь по столу, вы можете видеть, что серый шарик посередине движется вокруг и движется против этих двух черных роликов сбоку, вот так. И именно так компьютер знает, что делать. А контроллеры становятся все более и более изощренными. Теперь вы можете приобрести программируемые джойстики, подобные. Они могут хранить комбинации ходов, поэтому они полезны для таких игр, как Wii, таких как Street Fighter 2. И джойстики Flight Sim тоже становятся обалденными. Они варьируются от таких вещей, как этот, которая предназначена для файтингов с всплывающей крышкой управления и кнопкой огня, до этой, которая предназначена для более длинных вещей, таких как, я не знаю, полет на 747 или что-то в этом роде. В гоночных играх тоже есть свои специальные контроллеры. Это называется FreeWheel, и внутри у него есть переключатели, которые определяют ваше движение и, следовательно, то, как автомобиль должен реагировать на экране. Но последние модели позволяют вам использовать все свое тело. Этот называется активатор. Он был протестирован Zed на компьютерной выставке в январе. Он только что был запущен в Штатах. Он использует инфракрасные лучи для отслеживания движения вашего тела. Имейте в виду, я не уверен, что специальное движение Z так же пугающе, как у Чуни. Наш главный обзор на этой неделе – газонокосилка на SNES. Игра, основанная на фильме, который сделал виртуальную реальность предметом обсуждения в прошлом году. Игра не может предложить вам реальную виртуальную реальность, но она может похвастаться 5 различными стилями геймплея. У вас есть шанс проявить смекалку против злого Нормана. Вы можете выбрать роль доктора Анджела или его ассистента. Их эксперименты с виртуальной реальностью пошли ужасно неправильно и превратили кроткого садовника в взбесившегося кибермонстра. Он выйдет на Game Boy Mega Drive в начале следующего года. И вот как выглядит портативная версия. Вот Алекс со своими взглядами на игру SNES. Что касается конверсии фильмов, то этот довольно хорош, и различные стили геймплея действительно объединяют его. В этой игре есть несколько приятных штрихов. Посмотрите, как там едет машина. Это первый уровень, базовая платформа. Вы можете стрелять в мусорные баки и собирать такие вещи, как бонусы, на их компакт-дисках с данными, а затем стрелять в приспешников газонокосилки, всех этих солдат. Что мне нужно сделать на этом уровне, как это пробиться к варп-вратам в конце? В данный момент доступ запрещен.
Но если я выстрелю в них, то смогу попасть в кибермир. Здесь я прошел виртуальный мир. Все, что вам нужно сделать, это пролететь сквозь дыры в стене. Это довольно сложно, потому что всего одно касание по бокам, и вы проскочите весь путь до самого начала. Я думаю, они могли бы добавить немного больше деталей. Это тот уровень, который действительно напомнил мне фильм. Что я сделал, так это переместился в компьютер, чтобы сразиться с Джо лицом к лицу, так сказать. Я думаю, что этот игровой процесс вносит немного больше разнообразия в игру. Это один из моих любимых уровней. В этой игре есть чем заняться, и игровой процесс, конечно, разнообразен, но графика немного примитивна. Это действительно не зацепило меня. Отличная музыка, но графика не очень захватывающая. Мне это нравится. Я бы предпочел поиграть в эту игру, чем смотреть фильм. И поэтому итоговые баллы за газон косили. Девочки поставили ему в среднем 3 балла из 5. Мальчики хотят лучшего 4 балла из 5. Привет скользкому бесшерстному. Многие люди спрашивают меня, почему они никогда не видят четвертую стену сарая. Они видят эту стену, и они видят эту стену, и они видят эту стену, но они никогда не видят ту стену. Поэтому я позаимствовал видеокамеру, чтобы показать вам, как это выглядит. Но, во-первых, быстрый чит для бейсбола Кэла Рипкинса на SNES. Прежде всего, выберите команду, например, Сан-Франциско, да, затем удерживайте нажатой клавишу LR и начните. И все игроки вашей команды будут точной копией величайшей звезды бейсбола, которая когда-либо жила. Хорошо, теперь время для четвертой стены. Тогда поехали. Вот мы и на мониторе. Интересно, верно? Вот и мы. Да, там есть несколько полок и кое-какое фурнитурное оборудование, а здесь у нас есть мое другое окно, моя курточка для сворачивания, да. Я рада, что есть четвертая стена, чтобы удержать его. На этой неделе ZES в Бостоне увидит компанию под названием ICE Robotics, которая производит совершенно новый вид роботов. Однако он начинает свой доклад в Бостонском компьютерном музее. На заре развития робототехники ученые создавали роботов по своему образу и подобию и пытались скопировать некоторые из наших действий, например, ходьбу. Машины второго поколения были проще и спроектированы так, чтобы очень хорошо выполнять одну или несколько простых задач, без каких-либо попыток сделать их интеллектуальными. Но до сих пор нет машины, которая знала бы то, что знает 6-летний ребенок. Компания ICE Robotics разрабатывает другой вид робота, который больше похож на насекомое. У Чингиса простые мотивы. Он, как и муравей, идет до тех пор, пока не встретит препятствия, а затем пытается его преодолеть. Хотя, возможно, на него не так уж много смотреть, Чингис тоже один из самых умных роботов, когда-либо созданных. Его мозг состоит из 4 компьютеров, которые управляют всеми его функциями, включая 12 точечных двигателей в его 6 ногах. Он знает, где находится в окружающей среде, благодаря батарее датчиков. Он может улавливать изменения в тепловом поле, чтобы знать, где находятся люди и животные. У него есть инфракрасные датчики, чтобы точно определять твердые объекты. А на его ногах есть датчики силы, которые сообщают ему, когда он сильно на что-то давит. Не забывайте об этом, который сообщает ему, когда он находится на одном уровне. Если это умная часть, потому что Чингис знает лучше, чем продолжать совершать одну и ту же ошибку, если он встретит препятствие. Он запрограммирован на то, чтобы попытаться выбраться из неприятностей. Если он почувствует препятствие внутри сантаны, он развернется и поедет в другую сторону. Он также может ощущать предметы ногами. Если нога застопорится, на следующем шаге он поднимет ногу выше, чтобы перелезть через более высокое препятствие. Тогда, если нога застопорится более двух раз подряд, она знает, что препятствие слишком высоко, чтобы перелезть через него, поэтому она развернется и попробует другой путь. Узкий старший брат Чингиса. У него всего больше, и он знает, где он находится, еще лучше. Он знает, касаются ли его ноги земли или воздуха, и точно знает, где они находятся в пространстве. Он носит с собой эту видеокамеру и может поднимать предметы с помощью этой системы манипуляторов. Поэтому он посещает множество мест, куда люди либо не захотели бы идти, либо вообще не смогли бы добраться. ICE Robotics хотела бы создать автономные роботизированные системы, которые могут делать то, чего не должны делать люди. Например, входить и инспектировать миры и атомные электростанции. Это одно из самых негостеприимных мест в Солнечной системе — планета Венера. Это как раз то место, где нужны роботы, и именно поэтому такие персонажи, как Чингисхан II и Узкий, являются предметом стольких исследований.
Через 10 лет у вас в собственном доме могут быть похожие, но гораздо меньшие роботы, которые будут бегать вокруг и убирать за вами. По крайней мере, таков план, и я за него проголосую. А теперь перейдем к новостям и анонсам этой недели. Еще одна сенсация за дурное влияние. Вот первые подборки того, что, несомненно, станет большим релизом 94 года. Вечные чемпионы на Mega Drive обещали быть чем-то большим, чем матч для Street Fighter 2. В игре представлены 11 величайших бойцов всей вечности, у которых есть последний шанс сразиться, чтобы вернуть себе дар жизни. Выход должен состояться в феврале. Прогоните зимний ледяной холод с помощью волейбольного мяча Бикини Малибу со странным названием для рыси. Вы можете выбрать из множества гладких или шикарных игроков. Вы даже можете встретиться с другим игроком Линкс лицом к лицу. Игра выходит в этом месяце. Для Сиди выходит потрясающая новая трехмерная игра. В Кэде есть детализированная графика, когда вы пролетаете через 5 древних храмов, проверяя свои рефлексы и скорость. В каждом храме проводится свой тест. Как и следовало ожидать, этот компакт-диск с играми может похвастаться великолепной музыкой и множеством речей, чтобы действительно создать атмосферу. Еще раз здравствуйте, скользкие меховщики. Чтобы быть блестящим в видеоиграх, вы должны быть уверены, что едите правильные продукты. Я провел много исследований продуктов, которые помогают вам играть. Например, для повышения выносливости, чтобы вы могли пройти 17 уровней и более, ешьте семечки подсолнечника. Для улучшения координации рук и глаз вы должны есть хотя бы раз в день бобы маш, но только те, которые выращены на южной стороне гор Акапулько. Я обнаружил этот маленький чит уровня для Jungle Strike на Mega Drive после того, как съел нарезанную кубиками китайскую свеклу. Все, что вам нужно сделать, это ввести пароль N4 FWR 7 футов, а затем, когда вы начнете игру, вы окажетесь на 9 уровне, и у вас будет ровно 12 жизней. А теперь, чтобы добиться максимальной скорострельности, съешьте это. Это я без ростков. Вот так. А это я на силе ростков. А теперь еще несколько обзоров игр. Это последовательность названий из Microcosm на Mega CD, которую мы просто должны вам показать, потому что она выглядит так хорошо. Действие этой истории разворачивается в будущем на планете Боудор. Две крупные горнодобывающие корпорации борются за контроль над этим миром, и более слабая из них прибегла к закулисным средствам. Используя новейшие микротехнологии, их ученые внедрили сверхсложный набор управляющих механизмов в тело президента конкурирующей корпорации по имени Косби. С этим все в порядке. Ваша задача состоит в том, чтобы войти в тело этого человека и избавить его от смертоносных вторжений. Вот Пол. Это действительно оригинальная игра. Каждый уровень проходит в разных частях тела. По ходу игры я должен уничтожить все механизмы, которые имплантировали плохие парни. Фон отличный, но главный спрайт не очень хорош. Отлично, вот усиление, я могу его достать. Да, я понял. Теперь я могу использовать некоторые виды различного оружия. Для меня все уровни выглядят одинаково, и вы не можете идти так, как хотите. Вы должны следовать компьютерным маршрутам. Это не самая сложная игра, в которую я играл. Она заслуживает 4 стартов с отличной графикой и отличным геймплеем. Это действительно хорошая идея, и графика великолепная. Это действительно выглядит так, как будто вы находитесь внутри чьего-то тела. Много мыслей и внимания было вложено в графику этой игры. Она выглядит фантастически и тоже хорошо играет. А оценки за Microcosm, как девочки, так и мальчики, дали ей 4 балла из 5. Непоседы — это два маленьких мышонка по имени Фрэнк и Фредди, которые играют главную роль в новой головоломке для Game Boy. Они пытаются положить себе путь по лабиринту канализации, чтобы добраться до своей семьи. Вот Аманда. Если вы поклонник головоломок, вам это действительно понравится. Если нет, то это окончательно сведет вас с ума. Вы играете против часов, а времени невероятно мало. Вы не можете просто сидеть и гадать, что делать дальше. Фрэнки — большая мышь, которая может прыгать, но Фредди не может, поэтому Фрэнки должен быть заблокирован, чтобы Фредди мог прыгнуть. Цель игры — найти сыр, и обе мыши должны закончить уровень вместе. Мне действительно понравилось играть в эту игру, но ограничение по времени определенно было слишком жестким. Это было то, что могло бы стать очень хорошей игрой. Это отличная игра головоломка, и вы должны быть очень быстрыми, чтобы пройти уровень. У нас нет времени совершать какие-либо ошибки. Графика фантастическая, и игра бросает вам блестящий вызов. А также оценки для непоседы. Девочки поставили ему отличные 4 балла из 5, но мальчики получили только средний балл 3 из 5. Мы все большие футболисты.
футбольные фанаты здесь, в BetInfluence, поэтому мы решили представить вам нашу собственную таблицу чемпионата со всеми последними футбольными играми в округе. И мы написали вам нескольким экспертам, чтобы они помогли нам проверить их. Прежде всего, Пенни Дорига, игрок Юнайтед и сборной Англии. Вы играли в разумный футбол на Мегадрайв. Что вы думаете? Это хорошая игра. Эта игра стала большим хитом для Амиды. Я понимаю, почему. Передача очень точная. Вы действительно можете отклонить мяч. Есть какие-нибудь плохие моменты? Да, экранный таймер. На самом деле его нет, так что вы не знаете, сколько времени у вас осталось, чтобы забить этот важнейший эквалайзер. Легко ли туда попасть? В него легко попасть. Мне понравилось, если не считать маленьких человечков на экране, но это победа. А какой у вас результат? Я чудо-чудо удачи. Это игра из двух таймов. Энди? Брайан Дин, один из нападающих лиц Юнайтед, поэтому мы попросили его посмотреть для нас страйкер, который есть на СНЕС. Добро пожаловать, Брайан. Энди, что вы думаете? На самом деле это довольно хорошая игра. В нее очень легко играть. Есть также довольно много вариантов. Реалистично ли это? Это вполне реалистично. Когда вы наносите удары, вы можете отклонить мяч так, чтобы это приносило немного больше удовольствия. Но ваш любимый вариант — это вариант с волокнистой стороной, не так ли? Это верно. Есть внутренний вариант с волокнистой стороной, который очень быстро. Мне бы это очень понравилось. Хорошо, так что касается нападающих, большой палец вверх за игру на волокнистой стороне. Этот удар по СНЕС. Давайте двигаться дальше, потому что вы также смотрели на скромно титулованных чемпионов премьер-лиги Манчестер Юнайтед в Амиго. Мы не можем обсуждать футбольную преданность. Давайте поговорим об игре. Это действительно две игры в одной, не так ли? Правильно, да. У вас все получилось. У меня только что получилось. Молодец. У вас есть аркадная версия, а также управленческая сторона. Так в чем же цель первой игры по управлению? Цель состоит в том, чтобы вывести вашу команду из низов 4-го дивизиона в премьер-лигу. Верно. И на самом деле это довольно трудоемко, но вы знаете, если у вас есть свободный день, это может быть весьма приятно. Хорошо, а как насчет самого футбольного симулятора? Спрайты немного слишком массивные для меня, вы знаете, и к тому же они немного маленькие. Хотя и кажется довольно быстро. Да, это так. Хорошо, большое спасибо. Ведущий защитник Джон Ньютон просматривал последнюю футбольную игру Game Boy Gold. Что вы об этом думаете? Очень странно играть на бегу, так как вам трудно видеть мяч и поле из-за размера экрана. Почему он все время переключается на такие виды? Это когда вы бьете по мячу. В большинстве случаев он поднимается в воздух, и угол обзора поля меняется. И действительно трудно увидеть, куда приземлится мяч. Теперь вы играете вдвоем против Джонатана по этой игровой ссылке. И у Джонатана есть свой собственный картридж. Да, именно так, да. Это весело? Да, это намного лучше, чем играть против компьютера. Я никогда не забивал в ворота компьютера. По крайней мере, когда вы играете друг против друга, у вас теперь есть небольшой шанс. Я дам вам шанс сыграть еще одну футбольную игру, чтобы забить гол на СНЕС. Это виртуальный футбол. Что вы думаете об этом? Это действительно очень хорошо. Картинка вращается, когда у вас есть бросок или угловой. И это хорошая игра. Просто в нее довольно трудно попасть с первого места. Существуют разные точки зрения на поле, не так ли? Совершенно верно. В начале игры есть множество меню, в которых вы можете сменить судью и погоду. Так что же вы думаете в целом? Это хорошо. В него трудно попасть, потому что он очень быстрый. Поэтому я думаю, что вам нужно много практиковаться в остановке. Да, конечно, одно из преимуществ этой игры заключается в том, что вы можете использовать мультитап. А это значит, что 4 человека могут играть одновременно. Еще одна многопользовательская игра — это та, о которой сейчас все говорят, а именно международный футбол FIFA. Мы с Тони как раз сейчас играем в Англии против Америки. Но нам нужна еще пара игроков, чтобы составить наш полный международный состав. Мы возьмем ребят. Теперь, чтобы понять, кто все контролирует, я только что объяснил, игроку ближайшему мячу дается цвет, а у всех нас он разный. Я желтый, Тони кто? Хорошо, я красный. И синий. А я фиолетовый. Хорошо, мне не эксперт. Тони, что вы думаете о Фениксе? Это отличная игра, лучшая, в которую я когда-либо играл. Я имею в виду, что графика превосходная, и именно здесь вратарь делает акробатические сейвы. Это победительно, это просточно. Это довольно реалистично, не правда ли? Это очень быстро. Это так? Это быстро. И они могут сделать все. Вы можете отклонить мяч. И в игре тоже есть много вариантов, что хорошо. Хорошо, из всех игр, которые вы играли сегодня днем, какая была ваша любимая? Тони, никаких соревнований. Это победитель FIFA. Хорошо, Брайан. Определенно это. Определенно. Джон? Да, определенно FIFA. Хорошо, ребята. Большое спасибо, что пришли, сыграли для нас в эти игры и поделились с нами своими экспертными заключениями. Так что большой палец вверх от ребят для международного футбола FIFA. Но на следующей неделе это будет в центре внимания нашей группы, и они дадут ему полный обзор. Если вы хотите прочитать поток данных, включите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Призом конкурса на прошлой неделе стало игровое снаряжение с игрой «Книга джунглей». Вопрос был в том, кто написал книгу, на которой основана «Книга джунглей». А ответ — Ридер Киплинг. 10 занявших второе место получают футболки. Ваши имена сейчас мелькают на экране, молодцы. Но победитель — Саймон Таунс из Дарем. Поздравляю вас. В конкурсе на этой неделе разыгрывается приз «Мега Драйв» и экземпляр FIFA International Football. Вопрос в том, какая команда выиграла финал женского кубка по футболу 1993 года. Проголосуйте за свои ответы по номеру 891-1700-100. Звонки будут стоить не более 25 рублей. Убедитесь, что вы получили разрешение от того, кто оплачивает телефонный счет. Линии закроются в полночь в понедельник. И помните, что это игра из двух таймов. До свидания. Я на седьмом небе от счастья. Увидимся.